Заключила договор строительного подряда на строительство дачного домика, но мне не нравится качество выполняемых работ. Когда делаю замечания, мастер говорит, что я мешаю производственному процессу. Имею ли я право контролировать выполнение работ по договору? Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда оговорен статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда, а также не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результатов работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результаты выполненной работы были приняты или должны быть приняты заказчиком. За более подробной информацией по вопросам, связанным с требованиями заказчика к подрядчику при строительстве дачного дома, можно обратиться к специалистам юридической компании «Право.ру». Телефон 8-911-583-78-43. Защитят ваши права юристы с опытом и стажем работы. Мелехова Ольга Вячеславовна, Поваров Николай Валентинович. Защита прав потребителей, защита прав автомобилистов, возмещение ущерба, семейные, трудовые споры и любые другие споры по гражданским делам. Обращаться по адресу: Северодвинск, улица Гагарина, 13, офис 203. Телефон 8-911-583-78-43, 8-921-240-29-39. Задай любой вопрос специалисту и получи правильный ответ. Программа «Спрашивали, отвечаем» поможет узнать много интересного и полезного и решить сложные жизненные ситуации. Присылай свои вопросы в виде СМС на телефонный номер 8-911-0-580-700 или звони 580-700. Также вы можете оставить сообщение в интернете по адресу vk.com/trk_sevsk.